Дорогие друзья, сегодня в лесу посетим пару мест, посмотрим, где что растет. Конец сентября, 21 год. Опять море, но да, вот эти конкретно все на склоне. Все старые. И вон вот там такие желтоватые. Но да, надо смотреть. Куча, опять куча. Поселок Адербиевка. И вот там вон на склоне. В общем, грибы есть. Будем искать кондицию. Ну что, кроме переспевших опять встречается немножко лисичек. Тоже в таком виде. После дождя плачевном. И вот грузик. Грузик красавец. Ну уже, конечно, поеденный тоже. Еще вот эти вот друзья встречаются, ползающие. Это веретенница, но она не ядовитая, вроде как. Трогать ее не будем. Такие не маленького размера печень. Ух. Красивая, да? Красивая. Опа. Она какая. Больше ладони. Кладем. Хороший гриб. Немножко кислит. Но зато богат витаминами. Еще больше экземпляр. Опа. Гляньте, какой. Ого. Да? Сильный. Да. Так на пол корзинки размерчик. Может, она, конечно, не совсем молодая, но такая интересная. Такие старые попадаются зачастую. Сыроежки. Грузди встречаются. Ну, в принципе, можно попробовать брать его, отмыть, почистить вот ножку, срезать съеденную, будет то, что надо. Там тоже вон. Как и везде, грибы в мху. Здесь никого. Тут вот маленький груздик такой. Чай тебе высыплю, груздик. Высыпай. И лисички в самых неожиданных местах. Маленькие, но лисички. Угу. Ну вот переехали в хутор Горный. Здесь обстановка такая, лисички. Непонятно, какая волна уже этих лисичек. Обычно мы их собираем летом. Но тут вот, видите, какие дела, друзья. И вот там дальше, вон желтая. Это все лисички. И такой отличной кондиции. Ну что, продолжаем собирать лисички. Поселок Горный, Регенервей. Там говорят еще больше. У нас уже там пол корзиночки. Иду дальше. Ну вот я сразу вижу под ногами. И вон идем дальше. Ну что, вот они везде. Кучками все складывается. Такие дела. Оп. Еще очередную семью нашли. Ну-ка, покажите, что тут у вас. Вон. Красота. И вон там дальше, да, идут вдоль бревна. Здорово, здорово. Красиво. Запах идет. Вот они, красавицы, еще. Угу. Угу.
Ну что, опять черепаху встретили. Не маленькую, да, такую? Шипит на меня, представляешь? Да. Черепаха, выходи гулять. Ладно, давай положим ее. Пусть идет. Ну и на выходе из леса третий товарищ сегодня из животного мира. Землеройка. Симпатия. Вот ты, господи. Вот у нее домик, вот тут, похоже. Ой! Боже ж ты. Детеныш какой-то, да, глупый. А где ж мать его? Оп, все. Пошли. Пока паровоза нет.